Новогоднее кино на ТВ-Русь. Дверь. Ира, ты его предупредил? Кость. Ирочка, прими стороночку. Я сейчас плечом богатырским попробую. Константин, а вы лучше головой попробуйте. Может быть, она тогда у вас заработает. Мам, молчи. Мне кажется, я не заслужил такого отношения. Вы действительно не заслужили. Понеслась. А где Костя? Костя там. Избавляться от людей таким варварским способом. Знаете, Алексей, я 10 лет вынашивал этот способ, и мне удалось. Поздравляю. Здравствуй, дедушка. Ну, кто здесь хочет подарков? Я! 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 Я тоже хочу! А там кто? Не отвлекайтесь, Дедушка Мороз. Продолжайте. Кость, ты меня слышишь? Слышу. Я тебя люблю. Максим Виторган, Татьяна Васильева и Валерий Меладзе в фильме «Дед Мороз всегда звонит трижды». Пятницу на ТВ-Рус. С Новым годом! А дедушка-то еще совсем не дедушка.